Ну вот, у меня всего один чупа-чупс. Мне это совсем не нравится. Мне повезло гораздо больше. Супер! Алекс, только посмотри на мою порцию. Твоя меркнет на ее фоне. Ничего себе! Я глазам своим не верю. Никогда не видел так много чупа-чупсов. Давайте начнем с малого. Что ж, я не против. Нужно только снять обертку. Пока у тебя получается не очень. Я не собираюсь сдаваться. Да хватит смеяться! О нет, я сломала свой чупа-чупс. Не думала, что такое вообще возможно. Главное, что карамель цела. Большего мне и не нужно. Какая же она вкусная. Супер. Надо же, как ты быстро закончила. Теперь ты, Алекс. Класс, мне давно пора подкрепиться. Смотрите, как легко я могу снять обертку. Ого, да уж, мне есть чему у тебя поучиться. Хватит мелочиться, пора играть по-крупному. Я хочу съесть сразу все. Что ты задумал, Алекс? Не бойтесь, я всего лишь хочу измельчить свою карамель. Смотрите, получается. Осталось совсем немного. Класс, какой же я сильный. Хватит, Алекс, нам страшно. Да все, все, я уже закончил. Теперь нужно пересыпать карамель в чашу. Ничего себе, как ее много! Ты круто придумал! Так, мне понадобится один целый леденец. Я оставил его не просто так. Теперь можно окунуть его в измельченную карамель и есть. Очень удобно. Жаль, что он так быстро закончился. Придется просто засыпать крошку себе прямо в рот. Что ж, тоже неплохо. Как вкусно! Не хочется останавливаться. Ты половину просыпал мимо рта. Мила, теперь ты. Мне понадобится пылесос. Выключи его скорее. Упс, извините, я случайно направила его в вашу сторону. Он нужен мне, чтобы снять обертки. Крутая идея. Мне тоже нравится. Теперь я могу есть леденцы без всяких препятствий. Как это все помещается у тебя во рту? Невероятно. Эй! Боюсь, это плохо кончится. Ой, похоже, ты был прав, Алекс. Чупа-чупсы застряли. Я не могу ничего сделать. Ну ладно, так и быть, мы тебе поможем. Держись крепче. Аккуратнее, мне больно. Ого, это еще что такое? Это же челюсть Милы. Какой кошмар. Да все нормально, я вставлю ее обратно. Это еще что такое? Я даже разглядеть не могу. Похоже на зернышко кукурузы. Наверное, ты права. У меня таких несколько. У них совсем нет запаха. Неужели вы до сих пор ничего не поняли? Из этих зернышек готовят попкорн. Но я не умею. Нужно что-то придумать. Да, есть идея. А что, если просто раскусить? Не выходит. Слишком жестко. Придется придумать еще кое-что. Мне поможет утюжок для волос. Думаю, его мощности хватит, чтобы приготовить одно зернышко. Ну как, получается? По-моему, слишком долго. Алекс, давай пока поиграем. Ну или поспим. Джули права, это слишком долго. Ого, все-таки получилось, класс! Ребята, посмотрите, какая прелесть! Браво, мы в тебя верили, Мила. Надеюсь, я не зря ждала. О да, это очень вкусно. Теперь ты, Алекс. Мне нужно что-то посерьезнее утюжка для волос, чтобы приготовить свою порцию. Думаю, утюг подойдет. Не уверена, что это сработает. Твой способ тоже заставлял нас сомневаться. Вау, у меня получилось! Быстро! Да, ты нас приятно удивил. О нет, я обжег руку! Как же горячо! Иногда ты бываешь таким растяпой. Надеюсь, попкорн поможет мне отвлечься от неприятностей. Класс! Очень вкусно! Как же мне приготовить такую большую порцию? Есть идея. Ого, это еще что такое? Машина для попкорна. Неужели вы никогда ее не видели? Сейчас я расскажу, как ей пользоваться. Для начала просто засыпаем зернышки внутрь. Вау! Вот так. Пока этого достаточно. Смотрите, работает. Мой попкорн уже готов. Это невероятно! Настоящее чудо техники! Думаю, можно добавить побольше зерен. Получилась слишком маленькая порция.
да, совсем другое дело. Супер! У нас весь стол усыпан попкорном. Тут осталось еще немного зернышек. Я использую их. Кажется, твоя машина вышла из-под контроля. Это даже к лучшему. Это что, настоящий рак? Выглядит пугающе. Мне даже прикасаться к нему страшно. Бррр, ужас. У тебя хотя бы всего один рак. Посмотри на мою тарелку. Хотя, думаю, нам не стоит бояться. Эти раки совсем не опасны. Я бы не был так в этом уверен. Представить не могу, как мне осилить эту огромную порцию. Пусть лучше Мила начинает. Ну, спасибо, Алекс. Ты настоящий друг. Умеешь поддержать в трудный момент. А вроде бы и не так противно, как я думала. Правда? О, да. Мне даже нравится этот вкус. Я готова съесть рака целиком. Какая вкуснятина. Не ожидала, что мне такое понравится. Честно говоря, я тоже немного удивлен. Да, было вкусно. Мила, тебе бы не мешало почистить зубы после такой еды. Что? Упс, как неудобно вышло. Не расстраивайся, всякое бывает. Надеюсь, я тоже смогу справиться со своей порцией, как и ты. Ладно, начнем с малого. Попробую откусить хотя бы кусочек. Странно, мне показалось, что этот рак шевелится. Лучше возьму другого. Хорошо, что мне есть из чего выбрать. Но для начала избавлюсь от всего лишнего. Джули, я тебя не узнаю. Ты что творишь? Ничего такого, пустяки. Мне просто нужно было почистить раков. Это не оправдание. Посмотри, что ты с нами сделала. Извините, ребята, я не хотела. Ладно, пробуй уже. Мила была права, это действительно очень вкусно. Жаль, что мне досталась не самая большая порция. Я бы с радостью съела еще. Вот это да, у меня опять разыгрался аппетит. Класс. К сожалению, Мила, у нас с тобой ничего не осталось. Теперь очередь Алекса. Ну что, вы подали мне отличный пример. Теперь я тоже готов это попробовать. Супер. И правда, пальчики оближешь. Можно мы возьмем у тебя немного? Ну уж нет, вы свое уже все съели. Ну дай нам хотя бы по одному кусочку. Хватит, я же сказал нет. Не мешайте мне наслаждаться. Вкуснятина. Мы очень сильно проголодались. Угости нас, умоляем. Ладно, думаю, этого вполне хватит. Очень смешно, жадина. Мы тебе это еще припомним. Да ладно вам, не злитесь. Я же просто пошутил. О нет, тут живой рак. Мамочки, мне страшно. Как ты тут очутился? Эй, все нормально? О нет, помогите, он укусил меня за палец. Сделайте что-нибудь. Не надо кидать его в меня. Как больно. Так тебе и надо, Алекс. Как мы тут оказались? Что это? Надеюсь, там что-то вкусненькое. О да, это бомба. Ложись, сейчас взорвется. Она, похоже, сломана. Что-то не так. Я поняла, это сладкая бомба. Ого, она такая вкусная. По-настоящему взрывной вкус. Вау! Невозможно оторваться. Хочется еще и еще. Вот бы мне тоже попробовать. Нет уж, это все мое. Ого, ты так быстро все съела. Осталась последняя часть. Я первый раз ем секундомер. И это очень вкусно. Всем советую попробовать. Стоп, что это за звук? Ты слышишь? Идет оттуда. Что там такое? Это же настоящая бомба, самая настоящая. Помогите! Что происходит? Ого, смотри. Всем привет, я услышала, что тут кто-то просит о помощи. Не волнуйтесь, я вас спасу. У меня есть специальная лента, вот так. Теперь вы в безопасности. А это что? Интересно, как скоро она рванет? Непонятно, но нужно торопиться, давайте же. Ого, а кто-то знает, как пользоваться этими кнопочками? А, кажется, я все испортила. Моя работа здесь закончена, ну все, пока. Ого, так высоко? Мэри, что нам делать с бомбой? Без паники, у меня есть план. Вот что нужно. Мэри, это не поможет. Окей, а эта курочка? Ты что, издеваешься? Тебе не угодить. А как насчет этого? Нет, быстро убери ее. Как же с тобой скучно. О, нашла. Это то, что должно подойти.
перекушу ими провод. Это отличная идея. Ого, тут столько проводов. И какой из них нужно перерезать? Думаю, синий. Мэри, пожалуйста, угадай. Готово. Что, мы спасены? О, нет, время пошло еще быстрее. Нет. Ауч. Ну вот, я вся в шоколаде. Классно. Да, я тоже. Кто из нас больше съест шоколада? Я выиграю. Одну, еще одну. Я от тебя не отстаю. Ничья. Это было просто круто. Ну что, открываем? Ого, я так счастлива. Это же новый айфон. Вау, и у меня тоже. Это лучший подарок. У нас что, два одинаковых айфона? Не знаю. Тогда я проверю. Ого, он так удобно лежит в руке. А еще тут есть много приложений. Только почему-то они все не работают. Что-то тут не так. Ого, это шоколадный айфон. Такого я еще не пробовала. Ой, вкуснятина. Вау, если у тебя шоколадный, значит у меня настоящий. Супер, время сделать парочку селфи. Да, отличная идея. Улыбочку. Уйди, ты портишь кадр. Вот так намного лучше. Ну, держись, моя месть будет жестока. Я такая милашка. Помогите! О, нет, мой айфончик. Так тебе и надо. Да как ты меня напугала. Упс, где мой шоколадный айфон? Хоть бы с ним все было хорошо. О, нет, мой новенький телефончик. За что? Я больше не смогу делать потрясающие селфи. О, идея. Мэри! Да, чего тебе? Давай поменяемся телефонами. О, давай. Давай мне свой, а ты бери мой. О нет, что с ним? Он сломан. Челси, ты меня обманула. Что? Она еще и ест мой шоколадный айфон. А ну отдай. Я на такой обмен не подписывалась. Эх, остался совсем маленький кусочек. Ого, шоколадная зарядка. Сомневаюсь, что это поможет, но можно попробовать. Вау, я ведь теперь могу есть этот айфон бесконечно. Ого, вот это Мэри повезло. Завидуй молча. Какая вкуснятина. Может, я тоже смогу починить свой айфон? Попробовать стоит. Так, берем. Помогите, спасите! Это была плохая идея. А, вот это у тебя прическа. Такая смешная. Чур, я первая. Мой любимый киндер-сюрприз. Еще и так много. Классно, у меня тоже. Целых 6 штук. Что? У тебя тоже? У кого шоколадные, а у кого настоящие. Ура! Мне повезло, у меня настоящие. Надо побыстрее все очистить. А то мне уже не терпится их попробовать. Молочный шоколад, обожаю. Ого! Внутри еще конфеты M&M's. Так в два раза вкуснее. Ого, я тоже так хочу. Точно, у меня же есть свой киндер-сюрприз. Как же он сладко пахнет. Фу, у меня настоящее яйцо. Какая гадость. Ха, так тебе и надо. Так нечестно. Надеюсь, следующее яйцо таким не будет. Как же страшно пробовать. О нет, тоже желток ненавижу. Фу, выглядит ужасно. Это самый худший раунд. А мне нравится, ведь киндер-сюрприз – это лучшая вкусняшка в мире. Это сладкий шоколад, а внутри тебя всегда ждет сюрприз. Вау, шоколадные шарики, обожаю. Но я тоже хочу съесть хоть один настоящий киндер-сюрприз. Челси, дай попробовать, пожалуйста. Нет, как киндер-сюрприз можно кому-то отдать? Он только мой. Челси, ну ты такая жадина, что же делать? А, придумала. Я разыграю Челси. Может быть, тогда она поймет, что с друзьями нужно делиться. Но приготовься, Челси. Какой бы съесть следующий? Вот, это то, что нужно. Стоп, что это за мерзкий вкус? Тебе что, не понравилось? Ах, это ты подстроила. Ну, держись, получай. О,
Нет, мое лицо, оно испачкано. Такой розыгрыш оказался неудачным. Фу, ну и гадость. Тебе надо съесть все эти киндер-сюрпризы. О нет, только не это. Эх, надо, значит, надо. Хотя у меня есть идея получше. Устроим минутку кулинарии. Ты что опять задумала? Берем одно яйцо. Упс. Берем яйцо и разбиваем его в сковородку. И так делаем со всеми яйцами. И получаем ароматную яичницу. Выглядит очень даже аппетитно. Мэри, можно я попробую? Нет, эта яичница только для меня. Эх, ну и ладно. Опасный кулинарный трюк. Опа! Ого, как высоко! Идея! На, получай! А тебе так больше идет. Моя яичница испорчена. Я больше не буду готовить. Я начинаю. Ого, набор из Макдональдса? Супер! Теперь я. Вау, у меня тоже. Я попробую первое. Кока-кола отлично утоляет жажду. Что? Как же так вышло? А, я поняла. У меня шоколадная кока-кола. Точно, обожаю шоколад. Ого, классно. Вау, это же конфеты M&M's. Ого, шоколадная кола с конфетами M&M's. Идеальное сочетание. Блин, ну я тоже так хочу. Так, попробуем. Ай! Помогите, я вся промокла. Ну как тебе душ из кока-колы? Ничего смешного тут нет. Упс, как жаль, что ты осталась без кока-колы. Интересно, картошка фри тоже шоколадная? Да, полный восторг. Шоколадная картошка фри? Такого больше никто не пробовал. Хочу съесть сразу все. Восхитительно, я могу есть ее вечно. Ого, тут съедобная даже коробка. Ты не шутишь? Ну-ка попробуем. Фу, да ты меня обманываешь. Она несъедобная. Эх, я осталась и без картошки, и без кока-колы. Не расстраивайся, okay. Держи. Ого, спасибо тебе большое. Ты настоящий друг. Какие красивые торты! Я готова выбрать декор для своего. Ого, мармеладные червячки! Здорово! Только посмотри, как их много! Ну что, теперь твоя очередь крутить колесо. Боюсь, мне достанется что-то менее вкусное. Я так и знала! Настоящие червяки! Отвратительно! Фу, какие они страшные! Я не могу положить такое на свой торт! Ничего не поделать. Хочешь ты или нет, тебе придется. Закрою глаза, чтобы этого не видеть. Мамочки, они шевелятся, это так ужасно. А почему так мало? Нужно положить все. Не думала, что ты настолько жестокая, Кейт. Я считала тебя своей подругой. Да уж, не лучшее зрелище, но я в этом не виновата. Таковы правила. Я не хочу класть это в рот. Черви будут шевелиться, а такого мне точно не пережить. Отвратительно! Нужно срочно заесть это тортом без декора. Фу, все равно противно. Он пропитался привкусом червей. О нет, кажется, у меня по лицу что-то ползет. Только не это! Опять черви, как же они мне надоели! Даже волосы успели заползти. Когда все это кончится? А можно аккуратнее? Один червяк только что пролетел у меня перед носом. Хорошо, что ты все съела, и остались только мои мармеладные черви. Лучше декоры не придумать. Уверена, они не только украсят мой торт, но и сделают его намного вкуснее. Посмотри, какая прелесть. Выглядит и правда потрясно. А как же это вкусно, ты даже не представляешь. Я готова съесть целый торт за один раз. Лучшего сочетания не придумать. Кейт, а ты могла бы меня угостить? Хотя бы одним кусочком? Пожалуйста. Да что за глупости? Можешь даже не надеяться. Другого ответа я и не ожидала. Но ничего. Сейчас я тебя проучу, подружка.
Это что, нападение? Я смогу постоять за свой торт. Посмотрим, кто окажется сильнее. Защищайся! Это ты защищайся. Я умею нападать. Вот это удар! А ты хороша. Ради торта я готова на все. Я проиграла. Мне не удастся попробовать торт. Я тебе это еще припомню. У меня созрел новый план. Эй, ты что творишь, Мила? Ну все, теперь весь торт точно твой. Ну и прекрасно. Грязнуля. Я снова готова крутить колесо первой. О нет, меня сейчас сдует. Какой сильный ветер. Не может быть. Это что, перцы чили? Наконец-то тебе досталась гадость, а не сладость. Посмотрим, как ты с этим справишься. Уверена, на сей раз удача будет на моей стороне. Тебе достались мармеладные глаза. Это нечестно. Это еще почему? Все справедливо. Так решила судьба. Посмотри, как хорошо мармеладные глаза смотрятся на моем тортике. О да, это лучшее сочетание вкусов. Я запомню этот торт навсегда. Я тоже хочу его попробовать. Еще чего? Ты со мной не делилась, и я тоже не буду. Сумасшедшая, ты чуть меня не поранила. Зато теперь ты точно не будешь покушаться на мой торт. И зачем мне эта вилка? Буду есть руками. Так вкуснее и быстрее. А еще за один раз можно засунуть в рот гораздо больше. Представляю, насколько это вкусно. Не торт, а сладкая мечта. Ты права. Но у него есть один минус, он слишком быстро закончился. Остался только мармеладный глаз. А что, если подкинуть его и поймать? О нет, я промазала! Не понимаю, как это вышло? Вот это да, настоящий подарок судьбы. Мне все-таки удалось попробовать мармелад. А теперь ешь свой торт с перцем чили. Спасибо, что напомнила про него. Ладно, начну с украшения. Кстати, получается вполне неплохо. Посмотри, как хорошо сочетаются эти цвета. А теперь узнаем, какой у твоего торта вкус. Можно было и без этого обойтись. Похоже, мне никуда не деться. Придется это попробовать. Я уже чувствую остроту. Нет, мне не нравится. Эй, почему так мало? Бери сразу несколько кусков. Вот увидишь, ничего хорошего из этого не получится. Не пытайся меня разжалобить. Доедай до конца. Все. Надеюсь, теперь ты довольна? О, нет. Кажется, сейчас начнется пожар, мамочки, я горю! Похоже, я все-таки переборщила, не стоило заставлять есть ей весь перец. Держись, Кейт, я тебя полью водой! Ух, как же хорошо, спасибо! Пришла моя очередь крутить колесо первой. Кактус? Вот это да! Но он ведь колючий, как же я буду его есть? Секундочку, по-моему, тут ошибка. Колесо остановилось на картошке фри. Ладно, ладно, смухлевать не получилось. Верно, меня не обмануть. А теперь кручу колесо я. Интуиция подсказывает, что я получу нечто вкусное. Жвачка. Мое чутье меня не подвело. Ничего себе, как же много разновидностей. Ты могла бы дать и мне хотя бы один из них попробовать. Ну уж нет. Я сама хочу попробовать все. Думаю, если сочетать цвета, получится очень красиво и ярко. А как пахнет! Еле сдерживаю, чтобы не съесть. Получается здорово. Мне бы хотелось получить такой торт. Не обязательно использовать все жвачки для декора. Одну можно съесть просто так. Да, ты права. Смотри, у меня получилось сердечко. Вот это да, очень мило. Думаю, оно отлично завершит всю композицию. Это гениально! Ты прекрасный декоратор! Спасибо! Наконец-то пришел самый главный момент. Можно попробовать то, что у меня получилось. Не сомневаюсь, что это безумно вкусно. О да, ты права на все 100%. Я не остановлюсь, пока не съем все. Кейт, ну ты вся перепачкалась. И где твои хорошие манеры? Признайся, ты просто мне завидуешь. О, я совсем забыла, что из жвачки можно надуть пузыри. Может быть, тогда стоит остановиться? Этот пузырь меня пугает, он очень большой. Ну все, я должна положить этому конец. Извини. Что ты наделала, Мила? Из-за тебя я вся в жвачке. Это возмутительно. Ты сама виновата. Я просила тебя остановиться. О, нет. Ай, какой колючий кактус.
Я не могу его есть. Придумай что-нибудь. Это твои проблемы. У меня есть идея. Попробую воплотить ее в жизнь. Нет, боюсь, эти ножницы не подойдут. Нужно что-то поменьше. Эти тоже слишком большие. А вот маникюрные в самый раз. Пора сделать моему кактусу стрижку. Эти колючки ему явно не идут. Так вот в чем заключался твой план. Гениально! Спасибо. Надеюсь, теперь я смогу съесть свой торт с кактусом и не пораниться. Но почему так долго? Я уже засыпаю. Эй, проснись! Да что ты себе позволяешь? Мне больно. Скорее украшай свой торт и ешь. Придумала. Нужно потереть мой кактус на терке. Тогда использовать его для декора будет намного удобнее. Посмотри, какой ровный слой. Я отлично справилась. Рада за тебя. Ну что, пора узнать, каково это на вкус. Кактус немного горчит, но в целом неплохо. Вот и отлично.